Уважаемые наши пациенты, мы снова рады видеть вас. Между нами нет границ. Сегодня, когда закончилась пандемия, наконец-то мы встретились с первой нашей пациенткой, Танечка, педагог, которая прилетела к нам из Липецка. И мы очень счастливы, что наконец-то вы можете иметь эту возможность. Потому что за 3 года, конечно, скопилось очень много запросов. Мы лечимся в больнице Санья, в государственной больнице ТКМ. У нас заведующий лечащий нас, наш доктор иностранных пациентов, доктор Лю, профессор Лю. Поэтому буквально пару слов Танечка скажет о своем пребывании, потому что, безусловно, вы не доверяете, вы волнуетесь. Вы думаете, ехать или не ехать. Поэтому, чтобы это не было голословно, вы знаете, что на нашем сайте я всегда выкладываю информацию обязательно со своими фотографиями, чтобы вы понимали, что это не туризм, это действительно лечение. Поэтому, дорогие мои, всем здоровья и Танечке слово на 5 минут. Здравствуйте. Я в Китае первый раз, и я, конечно, была под впечатлением. Я очень волновалась, но меня встретили, меня не отставили. Со мной постоянно прекрасная женщина, переводчик Хуси. Она отвечает на любые вопросы. Она помогает общаться с доктором, который ставит диагностику. В процессе лечения у меня постоянно пробует пульс, смотрит язык, меняется мое лечение, меняются травы. Хуси от меня не отходит, она передает все, что мне хочет сказать доктор. Отдельно хочу сказать про иглоукалывание. Это что-то с чем-то. Мы, русские, в этом ничего не понимаем, но это прекрасно. Китайский массаж тоже на высшем уровне. Он очень отличается от нашего русского массажа. И совсем не страшно. Совсем не страшно в чужой стране. Здесь не бросают людей русских. И мы постоянно под наблюдением, мы постоянно под контролем, и это мне нравится. Чудесные травы дает доктор по нашему состоянию. Спасибо, Танечка.